Всем привет! Недавно я записывал видео про то, как выбирать двери в интерьер. А сегодня в поддержку и продолжение того видео я записываю ролик о том, как выбрать дверной упор для двери. Поехали! Что такое дверной упор? Это такая штука, в которую упирается дверное полотно. Зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы ваша дверь не испортила стену, в которую эта дверь открывается. Чтобы ручка не билась в стену и не пробивала в этой стене дыру. Вот для чего нужен дверной упор. Про эти самые дверные упоры все забывают. А как известно, дьявол кроется в мелочах. И вот об этих мелочах сегодня я хочу поговорить. Итак, ремонт сделан, двери выбраны и установлены, обои наклеены. И вдруг, о ужас, вы обнаруживаете, что ваша дверь бьется ручкой прямо в стену. Что делать? Нужно устанавливать дверной упор. Скорее бежим в магазин выбирать этот самый дверной упор. И, о ужас, вот тут вот сразу проблема. Выбрать нормальный дверной упор невозможно. Их нормальных просто нет. Они все какие-то уродские. Они бывают разные. И когда мы придем в магазин, то обнаружим, что есть разные варианты. Например, вариант номер один – это тот, который устанавливается прямо на напольное покрытие. Это нужно просверлить паркет, плитку или ковровое и сверху пришурупить этот самый дверной упор. Они бывают разных цветов – белые, черные, серебряные, под золото, под бронзу, ну и так далее. Но главная проблема заключается в том, что эта блямба будет очень сильно видна и заметна. Ну, конечно, иногда бывает, что она сливается с полом, но это бывает редко. Второе, вы об нее будете запинаться. Ну, по крайней мере, есть такая возможность. Дверь закрыта, эта блямба торчит, вы об нее запинаетесь ногой или дети запинаются. Вокруг нее наматывается всяческий мусор. Ее очень неудобно обходить тряпкой. Ну и не это самое главное. Самое главное то, что она выглядит, конечно же, отвратительно. Второй вариант – это дверной упор, который устанавливается прямо в стену. Вот прям вот так вот. И дверь тоже упирается в этот штырь. Тоже ничего красивого. Ну представьте, у вас красивые обои, плинтуса, все с иголочки, а тут такая штука из стены торчит. Опять это некрасиво. Есть еще варианты. Есть такие мешочки, которые устанавливаются на пол и в которую упирается дверь. Все бы ничего, только зачем вам эта милая игрушка, которая никак не вписывается в интерьер? Ну, хотя, конечно, в какие-то, может быть, и впишутся. Это смотря какой стиль и как вы относитесь к таким юморным вещам. Есть еще варианты. Это дверные упоры, которые одеваются прямо на ручку. И вот эта вот одетая фиговина упирается в стену, и таким образом стена остается невредимой. Но это тоже как-то мало дизайну добавляет. А вы старались, придумывали, рисовали красивый интерьер, а тут такая прямо блямба на ручке. Ну, тоже как-то не камильфо. В общем, я всегда мучился, какой выбрать дверной упор. И вы с этим тоже столкнетесь, когда подойдете к этому вопросу. Так вот, решение, к которому я пришел совершенно недавно, и вам его тоже рекомендую, дорогие друзья. Это магнитный упор. Очень крутая штука. Он практически незаметен, потому что он устанавливается внутрь пола. Высверливается отверстие, и весь дверной упор погружается прямо внутрь пола. И выглядит такой маленькой точечкой на полу. И он практически вровень с полом. В дверь устанавливается ответная часть, и когда дверь подъезжает к этому магнитному упору, он сам выскакивает, потому что там же магнит, и упирается в ответную часть, которая находится в самой двери. Здесь нужно больше заморочиться, здесь нужно в саму дверь ее встроить, вот эту вот штуковину, но она не портит дизайн, она незаметна, вокруг нее не скапливается никакой мусор и ничего прочего. И, в общем, это очень классное решение, которое я для себя обнаружил. Поэтому, если вам нравится, то используйте, я рекомендую.
Пишите в комментариях, может быть, я не все способы назвал, и вы знаете какой-то волшебный, как стопорить дверь, чтобы она не долбилась ручкой в стену. Ну и вообще, что вы думаете по этому поводу? Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну а на этом всем пока, да пребудет с вами муза!